2021 год прошел под знаком пандемии, но и в таких условиях экономика и социальная сфера региона стабильно развивались. Шла реализация национальных проектов, государственных программ в промышленности, АПК, здравоохранении, культуре, образовании, ЖКХ, физической культуре и спорте. Каждый из членов Общественной палаты Брянской области и в целом вся структура работали как единое целое, активно решая общественные проблемы. Все вместе стали участниками небывалого по мощности волонтерского движения, смогли организовать помощь всем, кто в ней нуждался. В 2022 году работы у Общественной палаты меньше не станет. Сегодня очень непростая внешнеполитическая ситуация. Ведется специальная военная операция. Россия выступила против нацизма и встала на защиту жителей Донбасса. Лично губернатор Александр Васильевич Богомаз и все жители Брянской области поддерживают президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и его решение. Но сегодня, как никогда, позицию нашего губернатора с поддержкой действий президента необходимо доносить до нашей молодежи и до нашего общества. И здесь, безусловно, важно мнение таких уважаемых людей, как члены Общественной палаты Брянской области. Вы признанные лидеры общественного мнения. И именно ваша точка зрения, именно ваша позиция сегодня важна, как никогда. Благодаря деятельности Общественной палаты, ее инициативам, многодетные семьи, одинокие пожилые граждане, семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, почувствовали помощь и поддержку. Был разработан и принят социальный кодекс Брянской области, важный документ, который призван стать рабочим инструментом всех граждан, связанных с социальной поддержкой. Этим опытом уже заинтересовались на федеральном уровне. Палатой был сформирован внушительный корпус наблюдателей на выборы в Государственную Думу в 2021 году. Было организовано обучение более 2000 наблюдателей, создан общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Госдуму. К этой работе у нас не осталось равнодушных членов Общественной палаты. По инициативе Общественной палаты был создан общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами в Государственную Думу. В его состав вошли члены Общественной палаты, авторитетные руководители общественных организаций и лидеры общественного мнения. За реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов, председатель Общественной палаты Валерий Радоманов награжден медалью Центральной избирательной комиссии Российской Федерации за содействие в организации выборов. Основными приоритетами деятельности Общественной палаты Брянской области в 2022 году станут выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, разработка общественных предложений по решению наиболее значимых проблем и задач социально-экономического развития области. Особое место занимает новая парадигма взаимодействия власти с гражданским обществом, в основе которой лежит открытость к сотрудничеству ради благополучия людей, учет их интересов при принятии государственных решений, позитивные и качественные изменения в жизни каждого человека. Решению этой задачи способствует постоянный диалог губернатора Брянской области с жителями региона. В рамках заседания было утверждено положение о проведении ежегодного конкурса «Общественное признание». Как следует из названия, его участниками станут значимые общественные проекты, которые способствуют социально-экономическому развитию региона и становлению гражданского общества. Основная цель проведения конкурса – это признание общественных заслуг деятелей науки, образования, здравоохранения, культуры, искусства, спорта, бизнеса и других сфер, общественных и некоммерческих организаций, которые внесли значительный вклад в социальную жизнь, в развитие гражданского общества Брянской области. Учреждение конкурса, на наш взгляд, позволит активизировать взаимодействие представителей гражданского общества, позволит более широко информировать общественность о работе общественных и некоммерческих организаций. За большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 85-летием со дня рождения почетной грамотой Общественной палаты Брянской области награжден Герой Советского Союза, член Общественной палаты Иван Андреевич Кашин, член Общественной палаты Российской Федерации, член Брянского регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества Лидия Филипповна Ермакова. Награды были вручены и другим самым активным членам Общественной палаты. Александр Новиков, Виктор Левченков, Александр Власов. События. Брянск.